Так, я схожу, засниму эту речку Любку начало, и потом поедем, Вась. Это тестирование новой бета-прошивки Калининград 1.8. И режим, причем сделан сейчас, выбран. Шаттер 0,001 секунды. То есть очень быстрый шаттер, очень короткая выдержка. 1 миллисекунда. 0,001 секунды. Сейчас я хочу посмотреть, как вытянет ISO, не будет ли слишком темно. А выбрана короткая выдержка, чтобы засветить еще одну фичу. А именно, чтобы в темном лесу, а сейчас у нас темный пасмурный зимний день, и будем ехать по темному лесу. Так вот, я хочу убедиться, что не будет размазов в кадре, который обусловлен тем, что в обычных камерах выдержка очень длинная и происходят размазы. А я сейчас принудительно установил 0,001, и размазов быть не должно. Что мы сейчас и проверим. Что? Все, поехали. Вон туда, вперед, Вась. Покажи, как мы возьмем. Да, это у Васи замерзли ручки, так я ей дал свои вон перчатки такие лыжные, а сам взял женские, такие красивенькие. Вась, вон вперед, давай, выезжай. Сейчас я пытаюсь придумать, как сделать это дерево. Все, отъезжаем от речки Любки, сейчас поедем в глубокую, темную пещеру, коридор, где тоже речка Любка протекает. И там я засниму разные режимы ISO от 3200 до 12800. Поехала, Вась. Да лучше, если ты будешь впереди ехать. Тут я тебе буду говорить, куда поворачивать. Вперед? Ну ладно, давай я тогда поеду вперед. Хорошо. Вот тут есть тряска на корнях деревьев, быстрая. И в обычных камерах у меня тут идут размазы. А когда выдержка 0,001, то размазов быть не должно. Что, Дося? А? А, ничего. Езжай вперед, чтобы я тебя заснял. Нет. Хотя бы. Ну проезжай, проедь тут. Нет. Хотя бы 200 метров. Нет. Ну что ты боишься? Ну что, попробуй, может быть видно. Ну ладно. Хорошо. Поехали. Поехали. Вот это сейчас у нас достаточно темный лес в густую облачность зимнюю. И тут достаточно темно довольно-таки. А, кто-то палит костер какой-то. Тут надо обойти. Вот так.
Вот мы и приехали, Вася, вон та дырка. Сейчас к ней подъедем, я там поснимаю в темноте, а ты пока чайку попьешь с пряником. Так вот, чтобы у меня с этой стороны этот самый термос. Ставь велосипед вот тут вот куда-то. Ну как-нибудь так, чтобы он не упал. Прислони к дереву. Или вот сюда вот прислони ручкой, как я прислонил, видишь?